Четверг, 22 октября. Парковки вблизи Бобруйск-арены начинают стекаться автомобили. На часах 16:45. Водители и пассажиры наводят лоск, вешают плакаты, устанавливают флагштоки с государственной символикой. Многие фотографируются. В толпе неравнодушных царит атмосфера сплоченности и любви к Беларуси. Почему решили принять участие в этом беге? Ну, потому что мы за тот вектор развития, который выбрала Беларусь, уже давно продолжаем эти традиции. И мы за процветающую, спокойную Беларусь сегодня, завтра и в будущем для наших детей, для наших внуков, чтобы они не знали войн, чтобы они не знали грома взрывов, а жили под мирным небом, радовались жизни и дарили радость нам. Сегодня автопробег. Ну как думаешь, вот почему люди, так много людей приняли решение вот поучаствовать в нем? Потому что мы все за Беларусь. Небольшой инструктаж, маршрут утвержден. 17:00. И колонна стартует. Автомобили движутся к центральной магистрали города, улице Минской. В патриотической колонне десятки автомобилей. Люди разных поколений и убеждений, но искренне влюбленных в свою родную Беларусь. Мы за мир и процветание, за нашу республику, за наше будущее, будущее наших детей и внуков. Мы единый народ. Поэтому мы должны не оставаться в стороне, быть вместе с народом, мы едины. За спиной 15 километров. Колонна прибывает в место назначения, деревня Сычково, Курган Славы. В год 75-летия Великой Победы потомки дают дань памяти и уважения священным годам. Героям, которые завоевали мир и свободу, солдатам и генералам, отстоявшим право на существование белорусской нации. Ощущение восторга, наверное, гордости за свою родину, вот возложили венок, наверное, за тех людей, которые отдали, не пожалели своих жизней, для того, чтобы нам сейчас было хорошо и жили мы счастливо. Как впечатление автопробега? Неожиданно замечательное впечатление. То есть не ожидал, что реально откликнется столько людей. Класс. Супер. Я сама с Молдавии. И переехали сюда, это самое, с первого раза я полюбила Беларусь. И я за Беларусь, за батьку, такого президента хорошего, за людей, которые борются за всех нас. Дай Бог здоровья ему, чтобы эта страна держалась до конца. За мир, безопасность и спокойствие – главные лейтмотивы автомитинга. Бобруйчане не делят народ на своих и чужих, на бело-красно-белых и красно-зеленых. Мы все белорусы. И пока мы едины, мы непобедимы. Максим Кемель, Андрей Богдан, Максим Галионко, Бобруйск 360.